Под эгидой БФСУ «Динамо» в Бресте и области проводится немало спортивных соревнований, но эти состязания знаковые. Открытое личнокомандное первенство по многодневной велогонке среди юношей 2001-2002 года рождения в памяти чемпиона СССР Юрия Дайбова в динамовском спортивном календаре занимает важное место. Для молодых атлетов имя прославленного спортсмена – хороший стимул и пример. В нем участвуют наиболее перспективные молодые наши ребята, как динамовцы, так и представители иных обществ и организаций. Очень многие парни сейчас крутят педали в зарубежных клубах за сборную республики, которые прошли эти соревнования и являлись победителями и призерами данного спортивного важного мероприятия. Гонка «Пролог» – групповая и раздельная. В общей сложности спортсменам предстоит преодолеть более 340 километров. Лучшая команда станет обладателем кубка. Победители на промежуточных этапах получат желтые майки лидера и возможность участвовать в соревнованиях более высокого уровня. Эти все гонки, которые проводятся с весны и до этого момента, они все идут как бы за счет, и кто будет побеждать там больше всего, тот и поедет на мир и на Европу. В соревнованиях принимают участие 90 спортсменов из 12 команд, которые представляют все регионы Беларуси. И эта велогонка – хорошая возможность заявить о себе. Приехали бороться сюда за призовые места в генеральной классификации и за победу на этапе. Мы приехали участвовать в прологе, групповых гонках и разделке. И собираемся везде показать наилучший результат. Хочется победить сегодня, надеть желтую майку лидера. И в дальнейшем хочу попасть в команду за границу, чтобы добиться успеха в мире. Добиться успеха на международном уровне – задача для молодых атлетов нелегкая. Велосипедный спорт на Брещине имеет давние традиции и гордится такими звездными именами, как уроженцы «Береза» Елена Амелюсик и Евгений Соболь, Мария Лагвинова из Барановичей и брещанка Алена Делько. Воспитать спортсмена элитного класса – задача не из легких. Первая способность должна быть – талант. Ну, кто-то гимнастики, кто-то это. В велосипеде главное – это терпение и трудолюбие. Будет терпение, трудолюбие, он, может, не станет супер-супер экстракласса, но мастер спорта, там, это только работой можно достичь. Впереди у спортсменов еще не одна сотня километров. Веломногодневка пройдет по дорогам Брестского, Пружанского и Березовского районов в несколько этапов и завершится 26 августа на центральной площади города Березы торжественным награждением. Ирина Альшева, Андрей Щерба, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.